Во Всемирный день зрения в 20 вузах и СУЗах Омска прошла акция «Здоровые глаза». У студентов проверяли остроту зрения, рассказывали им о наиболее распространенных заболеваниях глаз, а также учили делать профилактическую гимнастику на специальном тренажере. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мария Уварова представила проект своей акции летом на молодежном форуме «Ритм», где и выиграла грант на его реализацию. У меня у самой очень низкое зрение. Вот. Я всю жизнь с этим мучаюсь, и я решила, что если я сама делаю зарядку для глаз, почему я не могу научить других ребят, других молодых людей, которые страдают той же проблемой, что я, но не знают, что делать. Помимо гимнастики, все участники акции получили наклейки с тренажером и подробные инструкции. Если выполнять такую зарядку для глаз дважды в день, проблем со зрением удастся избежать. Мне очень понравилась эта гимнастика, во-первых, потому что она очень простая в применении. И я думаю, что люди смогут уделить несколько минут для разминки глаз, потому что в связи с развитием технологий люди очень часто проводят время за компьютером, за гаджетами. Очень удобно, понятно, это очень интересная гимнастика, то есть она как и для двигательной активности, да, органов зрения, она полезна, так и для, я считаю, очень важно сделать цветовое решение, было очень интересно именно потренироваться на цветоощущение именно глаз. Поэтому это очень полезная гимнастика. Буду, конечно же, пользоваться. Миссия Марии одной акцией не ограничится. Свой проект она будет поддерживать в социальных сетях и продолжит информировать молодежь о важности поддержания здоровья глаз.